Камеру сразу не включил. Забыл. Во-во-во-во-во. Тише, 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 тише. Смотрите. Тихо, 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 тихо. Смотрите, что от карася осталось. Еще карася не переживала. Уже на вертушку бросалась. Ребят, всем привет! Сегодня выходной. Решил на пару часиков съездить на рыбалку со спиннингом. Половить немного щуки. Посмотрим, будет ли ловиться она. В принципе, уже вечер. Думаю, что может что-нибудь получится. Ну вот позади меня этот водоем. Здесь еще есть такие маленькие полосы с водой, где можно побросать. Сейчас вот какой-то град идет или дождь, непонятно что. Так что начинаем. Интересно, что-то ничего нет. Ребят, на том участке водоема ничего не вышло словить. Перешел на другой. Поставил вертушку тройку. Будем здесь пробовать облавливать места. Здесь уже глубина помельче. Не такая широкая. Может, большая вероятность будет того, что-нибудь клюнет. Опять цепляемся за траву эту. Раньше я здесь ловил на резину, на джиг. Что-то у меня ничего... одну вроде щучку был словить. И тоже там это безысходности. Значит, ну здесь на вертушке у меня все попадалось. Но за то, сколько я вертушек здесь оставил. Ну это, в принципе, того стоит.
Опа, есть. Есть, есть. Что-то фрикционно. Сюда. Еще свечку. Опа! Есть. Вот и первая щучка. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот такая хорошая. Такую, в принципе, брать можно. Здесь, наверное, покрупнее щуки нет. Может, в принципе, где и плавает. Но, по крайней мере, мне здесь не попадалось больше, чем это. Рыбаков сегодня что-то нету. Обычно с удочками сидят. Карася здесь ловит, окуня. В принципе, еще минут 40. Есть, половить. Будем пробовать. Словил дешевую вертушку на Алиэкспрессе. Заказывал. Там дешевле это все стоит. В разы. Ее посеешь. Не так хотя бы обидно. Но если эта вертушка сработала, в принципе, пока менять не буду. Щука хорошо ее заглотила. Будем прогуливаться дальше по бережку. Стараюсь бросать ближе к тому краю, к кустам. Обычно там сразу как вот вертушка приземляется, сразу щука атакует на проводке, именно уже под конец. Такого сильно не было, чтобы она бралась. Возле коряжника этого видно стоит, ждет свою жертву. Первый заброс. Ого. Покрупнее. Первого заброса участок закинул. Я уже думал идти домой. Смотрите, это уже под килограммчик хорошая. Конечно, да, заглотила. Сейчас подержу, может, самого стоит до последнего ловить, надеяться, затеждать. Все будет окей. Такая вот щучка на закате.
Ну вот, ребят, это была последняя щука. Конечно, она порадовала своим размером и поклевкой. Я буквально уже делал бросок надежды, и уже тут буквально минуты две, и я собирался уходить домой. И тут такая поклевка. Для этого водоема так щучка, в принципе, хорошая. На этом водоеме побольше, чем это, не ловил. В принципе, не зря съездили, отдохнули. Но я буду держать путь домой. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Больше отдыхайте. И все будет в елочку. Все, всем пока.